А это Среднеуральск. В минувшие выходные здесь объявился большой любитель сыра. Бесплатного сыра. Зная о том, что такой редкий его сорт бывает только в мышеловке, да и то лишь для второй мышки, он, тем не менее, рискнул провести эксперимент, так сказать, пробное бурение. Вдруг да попрет, да добыча случится. Месторождением он выбрал место, куда за сыром его так и тянуло, а тянуло в магнит. Здесь, в соответствующем отделе, раб сыра приступил к своему дурно пахнущему делу. Как минимум 6 заходов сделал, закидывая себе в подмошоночное пространство как минимум 7 пачек результатов нещадной эксплуатации труда молочно-кислых бактерий. Постояв на дорожку, он пошел делать вид, что не выбрал себе ничего подходящего, однако дверь уже была закрыта в ожидании наряда полиции, и пришлось сыровару свои шаровары воровские выворачивать. Еще доставай сыр. Смотри, совести-то нету. А потом зря она его спросила за совесть. А мы закрыли дверь. Посмотри, что делает, а? Нет,